Прием несовершеннолетних граждан и их законных представителей прошел в Гродно. Отвечал на вопросы зампредседателя областного исполнительного комитета Виктор Пронюк. Проблемы, которые касаются детей, сложные. Часто бывшие супруги не могут поделить ребенка. Постановление суда не выполняется. И нет возможности наладить диалог. В таких случаях подключаются социально-педагогические центры. Важно, чтобы психологи нашли возможность примирить родителей. Учеба и дальнейшее трудоустройство детей, в основном с особенностями развития или инвалидностью, тоже в списке наиболее частых обращений. Задача компетентных органов – разъяснить проблемные моменты заявителям и помочь решить их вопрос. Большую работу, защищая права детей и подростков, проводит также комиссия по делам несовершеннолетних. Они стараются оградить их от дурного влияния улицы, уберечь от совершения преступлений и привлечь к полезному труду. Работают с каждым ребенком, склонным к нарушению дисциплины, индивидуально. Есть моменты, где мы, взрослые, где педагоги не догадываются и не видят о той проблемной ситуации, которая, может быть, назревает в семье. Поэтому здесь очень важно проводить различные формы приема граждан, в том числе и комиссии, Национальной комиссии по правам ребенка, для того, чтобы услышать непосредственно от первоисточника, что же их волнует, и постараться решить эту проблему. Очень важно, что здесь индивидуальный подход и, безусловно, высокая степень анонимности. О тех проблемах, которые есть у ребенка или есть в семье, практически никто не узнает. Только те специалисты, которые будут оказывать помощь. Кстати, о результатах работы комиссии по делам несовершеннолетних говорит статистика. За 15 лет количество преступлений, совершенных подростками в Гродненской области, снизилось в 4,5 раза.